Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики нашего канала. Я вас снова приветствую. Мы вас приветствуем на нашем канале. Вчера я копала чеснок и накопала на грядке хрен молодой. Я же такая хорошая хозяйка, мне все жалко выкинуть. И вот сегодня я буду делать это острую такую заправку. Например, к холодцу, к отбивным, к мясу, к чему угодно, к колбасе, к чему угодно мясному. Вырвала, пошла свеколку небольшую и прям это все буду перекручивать. Ну, сейчас все увидите. Это все очень просто и легко. Этот рецепт этого хрена, первый раз я когда попробовала, я удивилась. Мой папа делал, но не со свеклой. Он просто перекручивал. А это готовила моя свекровь. 32 года назад, как мы поженились, я пришла к ним первый раз, увидела красный хрен именно. Ну, удивилась. И с тех пор вот он в нашей, на нашем столе присутствует. Изредка, но присутствует. И вот сегодня наступил такой момент. Жалко жалкими, поэтому крутим. За одну минуту муж мне тут помог, перекрутил. Ну тут что, тут несколько ложек. И сюда же прямо я буду крутить этот свеклу. Смесь за 2 минуты на нашей чудо-мясорубке получилось у меня. Свекла такая сладкая, кстати сказать. Сейчас я это все перемешаю. Можно просто сок из свеклы отжать и добавить, и саму свеклу не добавлять. Но я люблю свеклу. Муж тоже любит то, что я люблю. Так, сейчас я сюда вот пол чайной ложечки сахара. Ложечку соли. Не хочешь, полюбишь за 32 года. И все это перемешаю. Ох, какая приправка у нас будет. Супер-мупер. И добавлю я сюда, у меня 70% уксус. Может, уксусная эссенция? Да, точно. Уксусная кислота. Вот я налила чайной ложечки. Сколько? Пол ложечки. Капельку. Ох. Вот теперь все перемешаю. Ах, обалденно. И к салу еще можно это тоже. Так, и складываю в баночку. У меня стеклянная баночка. Можно задать вопрос? Что вас интересует? А в банку для чего? Ну а что мне, в холодильник поставить в чашке, чтобы запах от нее ушел? Все понятно. Мне надо герметично. Все теперь понятно. Сейчас это у меня еще сок даст. Стоит часа 3, а я за это время сготовлю. Что я сготовлю? Намазку из сала. Намазку из сала я уже готовила. Я буду готовить сегодня отбивные сердечек куриных. У нас сегодня такая будет пища.
Так, все. За 3 минуты, за 2 скрутили. За 1 размешали. За 1 сложили в банку. Готово. Я очень ленивая хозяйка. Я все очень быстро люблю готовить. Все раз и готово. Вот такая баночка у меня вышла. Готовьте, если захотите, вместе со мной. Не бойтесь, это очень вкусно. Не переживайте, вам понравится. Ну, не понравится, выкинете. Небольшие затраты. Да. Так что всем пока, всем хорошего настроения. До следующих видео. А следующее видео, я так полагаю, у нас будет будут отбивные из поедание куриных сердечек. Из куриных сердечек я приготовила. Слюна бежит, так уже хрен у меня подоспел. Тут такой вот, который я готовила на видео. Приготовление отбивных из куриных сердечек и поедание их вместе вот с этой заправкой. Как раз она приготовится.